Высокий класс пожароопасности ожидается в Чувашии. Синоптики прогнозируют жаркую погоду. Это значит, доступ в леса запрещен. Под запретом разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах. Штрафы для нарушителей и требований пожарной безопасности в этот период увеличиваются вдвое. Для граждан до 4000 рублей, для должностных лиц до 30 тысяч, а юридических лиц могут наказать до 400 тысяч рублей. При значительном ущербе, причиненном пожаром, виновнику грозит уголовная ответственность. Сегодня за подобные нарушения к административной ответственности привлечены 129 человек.